Всем привет! Вы на канале компании Adoor, с вами Вадим. Сегодня представляем вам очередное интересное видео о нашей продукции. А интересно оно будет в первую очередь идеальным сочетанием микроавтобуса и электропривода сдвижной двери. Перед нами Ford Transit в самой короткой базе и наш флагманский реечный электропривод Кайман. Почему отличное сочетание, я поясню. Реечный электропривод Кайма располагается на рейке вертикально, благодаря чему он открывает дверной проем до 9 см шире, чем, например, реечный электропривод Крока. А в данной версии транзита необходимо обеспечить удобный доступ на задний ряд сидений. В дальнейшем, в перспективе, владелец планирует изменить расположение сидений, и доступ будет еще более удобным. Как вы уже поняли, эта задача успешно решается, если использовать электропривод Кайман. И это касается не только Ford Transit, но и любого другого микроавтобуса, где стоит подобная задача. Помимо увеличенной ширины открытия, напомню вам другие основные преимущества электропривода Кайман. Встроенный фонарь, освещающий ступеньки и увеличивающий комфорт посадки-высадки пассажиров. Автооткат двери при наезде на препятствие. Надежное запирание двери на штатный замок. Для обеспечения работоспособности штатного замка двери мы используем специально разработанный нашей компанией привод замка двери. Вот он перед нами. Устанавливается в дверь. Вот так выглядит в установленном виде. Подключается к штатному замку. У электропривода Кайман есть уникальная функция, которая отличает его от всех реечных приводов, это возможность регулировки скорости работы двери. Сейчас, по желанию клиента, выставлена средняя скорость работы. Всего есть три скорости – высокая, средняя и плавная низкая. Этот автомобиль используется в первую очередь для семейных поездок, поэтому для удобства управления приводом мы установили дистанционное управление и управление от ручек двери. Тянем за ручку, привод начал работать, дверь открылась, пассажиры вошли, разместились в салоне и также свободно изнутри самостоятельно могут закрыть дверь. Нажимаем на ручку, дверь закрывается. Обращаю ваше внимание, что при постановке автомобиля на охрану возможность управления приводом при помощи ручек отключается. Поставили на охрану, тянем за ручку, дверь не открывается. Снимаем с охраны, двери разблокировались, тянем за ручку, дверь пришла в движение. Электропривода компании Adoor многозадачны, поэтому в широком ассортименте нашей продукции вы всегда найдете подходящий именно для вашего автомобиля электропривод. Приобретайте нашу продукцию в отделе продаж и у официальных дилеров компании Adoor. Всем спасибо за внимание, всем пока!